сегодня немножко необычное для меня видео. Вот так выглядит экологическая катастрофа. Вы посмотрите, что творится. Вы видите весь овраг и весь просто в мусоре. Причем мусор везде находится. Посмотрите. Просто везде. Люди приезжают вот в это прекрасное место, на реку Ахтуба, точнее на Ерик Банный, отдохнули. И вместо того, чтобы везти мусор с собой, они все это скинули в лес. Это ужасно. Это просто ужасно. Люди, одумайтесь. Ну вы же едете все. Вы посмотрите, в мешках даже мусор лежит. Ну заберите вы с собой его. Зачем бросать? Почему мы такие свиньи? Туалет поставили? Разберите. Сожгите все, что можно сжечь. Что нельзя сжечь, заберите с собой. Увезите. Не бросайте все это. До каких пор? А потом мы удивляемся, что у нас нет чистой природы. Ведь можно же это все собрать в мешок и увезти. Очень грустное, печальное зрелище. Кстати, вот мы здесь вырыли ямку. Хочу показать. Вырыли ямку небольшую. Здесь, кстати, вот кто-то туалет, у кого-то туалет был, но они закопали, молодцы. И вот в эту ямку складываем, ну, пищевые отходы. Все, что осталось от еды. Потом мы это просто тоже закопаем. Вот, я постараюсь вот, ну вот метров 5-7 мусор собрать, там пакеты валяются. Здесь у нас туалет стоит, все чистенько, все аккуратно. Кое-какой мусор я уже собрала в мешок. Вот, и вот ближайшее вот это вот окружение, я, конечно, все, что влезет в мешок, я соберу, и мы увезем на мусорку. Вот такой прекрасный берег. Туда, если идти вот дальше, там тоже мусора полно. Мы проезжали просто на машине. И если ехать уже на выезд туда, то там тоже по всей левой стороне везде мусор.